Этот шедевр сибирского периода навеян образом старого разносчика воды по прозвищу Эль Корсо – Корсиканец. Беласкес изображает простолюдина с усталым лицом, одетого в простой плащ, подающего бокал воды толстощекому мальчугану, может быть, тому самому деревенскому подмастерью, который позировал художнику то плача, то смеясь, как вспоминает его тесть Пачеку. Написанное около 1620 года, это произведение раскрывает интерес к реализму, присущий молодому Веласкесу. Он внимательно прорисовывает лица, морщины, руки, складки одежды, выделяя их светотенью. Очевидна тенденция выделять предметы первого плана, превращая их в фрагменты натюрморта. Изящность изображения стеклянного бокала, которое контрастирует с грубостью ткани и лиц, позволяет увидеть на его дне плод инжира, придающий воде особый аромат и имеющий отношение к эротической символике. Поскольку на картине просматривается третий персонаж, более заметный в вариантах сомнительного авторства, как, например, на картине из собрания Кантини Бонакоси во Флоренции, была выдвинута гипотеза, что это аллегория, изображающая три возраста человека. Старик протягивает ребенку чашу любви, а на заднем плане ее с чувственным наслаждением пьет юноша. Как бы там ни было, эта работа остается одной из наиболее впечатляющих сцен повседневной жизни Севильи начала 17 века.